Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я хотела бы вам показать идеи подарка на любой праздник, хоть для мужчины, хоть для женщины. Это универсальный подарок. Так, это у нас sweet box, то есть коробочка со сладостями. И давайте посмотрим, как можно ее красиво оформить и заполнить. Вот такая обычная коробочка, такая она подарочная, праздничная, продается в фикс-прайсе. Да, вот их там много различных в ассортименте. Это у нас голубая. Также там еще есть в розовом цвете или в красном, то есть на любой вкус. Также я вот себе взяла такую валентиночку. Ну, в принципе, это только на день 14 февраля, а на все остальные, может быть, какую-то еще другую открыточку можно, мини такую. То есть вот такая у нас коробочка. Типа, чем мы будем заполнять ее? Я взяла вот эти универсальные шоколадочки Риттер Спорт. Они такие вместительные, удобные. Можно вообще любую начинку выбрать, любое заполнение, как вам будет угодно. У меня вот два киндера, Рафаэла и вот эти батончики. А смысл того, что мы должны все это заполнить, чтобы у нас не было пустых мест в нашей коробке, чтобы она была полностью забита. Просто складываем туда, вот так по порядку. Эти батончики, они прям полностью соответствуют размеру коробочки, поэтому здесь они прям как будто сюда прям и должны были здесь лежать. Теперь у нас идут киндеры. Это я сюда их вот в этот угол. И сверху мы просто так вот хаотично насыпаем конфеты. Это такой вариант сбора такой свит коробочки. Коробочки с конфетами. Можно же, конечно, другой какой-нибудь вариант. Но это один из сбора коробочки своими руками. Вот такой вот оригинальный свит-бокс у нас получился. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Идея молодой хозяюшки будет и дальше вас радовать новыми интересными познавательными видео. Ставьте лайки. Всем пока-пока!